под Первоуральском, в районе Новой Алексеевки на 330-й версте Новомосковского тракта, огромная почтовая фура врезалась в отбойник на разделительной полосе, искорежила и изломала большой кусок стального профиля, сорвав его с придорожных столбиков, и застыла на грязно-снежном газоне, перегородив две полосы на встречных направлениях. Остались лишь крайние. Из-за этого проезд по федеральной трассе Р-242 был затруднен наполовину. Автомобилисты, проезжая мимо аварии, ломали головы над тем, сколько уральцев вовремя не получат посылки и бандероли. Но пресс-служба Почты России в комментариях порталу 66.ru успокоила и отправителей, и получателей, сообщив о том, что вся корреспонденция осталась телехонько, и посылки будут доставлены в срок, потому как на маршрут были отправлены дополнительные почтовые фургоны. Что произошло на трассе, пока не ясно. Обстоятельства наезда фуры на стальное ограждение уточняются, но можно предположить, что почтовый фургон могла подрезать шустрая легковушка. Ведь автомобилистам невдомек, что тормозной путь эдакой махины на скользкой дороге ого-го. И если такое ого-го наедет, мало не покажется. Сами видите, толстенный металлический профиль изогнут, словно соломинка.